Потому что он у меня уже был привязан. Ах ты, блядь, фишхантер. Ответил. Да, он ответил. Что-то ему написал. Есть интересное предложение. Оно ведь интересное, да? Я думаю, да. Как думаешь, она ему понравится, это предложение? Наверное. Угадай. Так, что так долго заходит? Блять, вот бы его вздернуть. Блять. Интересно. Я тоже захожу. Интересно, какой квест он выберет, блять? Ебать в рот, ладно. Ну, что-то долго. Нет, я лучше на Твиче посмотрю. Я вырублю звук здесь и посмотрю на Твиче эту игру. Почему? Точно. Ты не хочешь в прямом эфире посмотреть через Хирстоун? Я хочу посмотреть с твоей камерой, с твоим изображением лица, как ты будешь проебывать фишхантер. Пошел ты, блядь. Херсон. О, да. Фэнни Фокс выносит мусор. Да, конечно. О, боже. Я пока звук выключу. Точнее, не... Ты можешь свой звук оставить и комментировать это. Ну, так, интересно, у него колода уже готова под меня? Да он сам не бросает вызов, да неужели? Ну ладно. Сейчас подойду, короче, пока еще матч не начался. Как раз чаёк приготовил для такого дела. Ай, блядь. Игры. Может, он зашел на Twitch, чтобы посмотреть, какую колоду я выбрал? Ладно, не важно. Не важно. Не важно, не важно. Не важно. Меняет что? Что такое? Вперед. Бля, он, видимо, зашел что-то подправить, понятно. Давай. Пипец, пипец, не на радости, как будто уже выиграл. Может, воина взять? Ну, блядь. Не знаю, сейчас будет воин, наверное. И он пойдет через квест. Сульфракс, или как он там называется. Скорее всего. Что он мне хочет показать, интересно. Так. Что это полагает? Понимаю. Подкупаем стражи, как долго грузит, пиздец. Гул'дан! Джайна? И... Джайна! Бля, я понял, что он будет делать, ясно. Не стоило напрашиваться. Твоя душа будет моей! Блять, ладно.
Я думал, будет Джайна. Почему? Не понял, квест. А, да, ну конечно, квест. Я аж удивился, а чё квеста не будет, типа. Понятно. Заморозка, блядь, два хода, все ясно. Моя магия сокрушит тебя. Твоя душа познает. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Спасибо. Твоя душа познает муки. Спасибо. Ты слышишь его зов? Слушай внимательно. Так. Какой нетерпеливый фишхантер. Вот бы побыстрее меня выиграть, да? Иман, прикольно. Что прикольного? Куда лезешь? Бетон впереди! Три на три сейчас будет. Так, Иман. Три случайных заклинания, отлично. Великолепно. Великолепно, блядь. Великолепно. Сука, великолепно. Фишканту придется не просто. Слышишь его зов? Повинуй. Ну, может снести их одним заклинанием. Что-нибудь попроще кинуть, наверное. Так, а что он разыграл? За сколько маны? Три. Так, какие у него действия были? Три. А, это броня, короче. Слушай внимательно. Интересно, у него этот тролль есть? Действует в замороженном состоянии. Прикольно.
Может, еще одного. Да. Вести прибамбаста всегда в курсе событий. Вот эта карта нормально зайдет. Я думаю. Так, две он юзнул. Две он юзнул. Блять. Так. Получи рубином по лицу. Получи рубином по лицу. Один за другим. Сюда. Ну, копия. Что? У него нету копии? Ладно. Блять, я не то. Сука, я думала, у него копия будет. Предсмертный секрет. Два хода. Отлично, блять. Все понятно, нахуй. Ну что он будет сейчас вставать? Почему у меня нет второй карты вот этой? Я хочу поколдовать! Уже один. Что он юзает? Сейчас мою репортершу бафнет сильнее, чем Ктуна, блядь. Эти карты, что-то фишканка мне особо это нравится. Не особо что-то получается у него. Мне нужны ответы. Сколько карт у него осталось, смотри. Подожди, у него есть две жизни еще. Так. Бафну-ка я свою. Блять, серьезно. Ладно, так, смотрим, что дальше будет. Ну давай, решающий ход твой. Что будешь делать?
Это что за секрет? Опять предсмертный? Так, надо подумать как следует. Один за другим! Один за другим! Так и знал! Мне нужны ответы! Жизни больше нету, у него есть только два хода. Я мечтаю быть похожей на тебя. Угу. Я мечтаю быть похожей на тебя. Не понял, это что? Он что, намудрил, что ли? Он там что-то перемудрил, кажется. Так, ну, дополнительный ход, понятно. Окей, ладно. Посмотрим. У меня скоро кончится карта. Интересно. Твоя душа познает муки. Твоя душа познает муки. Тебе нужна моя помощь. Твоя душа познает муки. А! Я мечтаю быть похожей на тебя. А! Это ты, повелитель. Один за другим. Что мне делать? У меня кончились карты. Твоя душа познает муки.
Твоя душа познает муки. Твоя душа познает муки. Твоя душа познает муки. Твоя душа познает муки. Твоя душа познает муки. Твоя душа познает муки. Пошел ты, блядь. Надо было выпускать Ктуна, но я не знал, что у тебя нету копии, блядь. А что ты поставил что-то другое, блядь. Сука. Блядь, какой бред. Постакал себе, блин, эти шарики. Почти. Я знаю, что, блядь, почти. Да, я знаю. Я знаю. Я знаю. Твоя душа познает муки. Возможно, блядь. О, боже. Возможно. Нахуй. Сука, откуда бы мне было знать, что у него обычное заклинание стоит, а не копия, блядь. В принципе, блядь, какая разница, скопировал бы Ктуна и что, блядь, бестолку. Все равно бы уничтожил его за один заход. Блядь, как я натупил это, пиздец. Реванш. Да, обязательно. Днище. Ты тут вообще, алло? Я тебя не слышу, блядь. Это мне немножко не подфартило, потому что я тупо походил. Почему я просто не взял и не выиграл его? Сука, блядь, я даже не подумал, блядь. В случае со мной, ты Ктуна выпустил слишком рано. В случае с ним, вообще не выпустил. Фу, блин. О боже. Откуда я знал, какое заклинание он поставил? Копии. Там не была копия, я не помню, что там было. У него копия была последняя карта в колоде. Самое интересное, что это ничего бы не решило. Я бы просто выпустил. Он бы скопировал ее, но я бы убил его. Заклинание. Нет. Нет. Почему? У него, знаешь, какая тактика? Чего, блядь? Вот этот чел, которого он выпускал за 7 здоровья, он за любое использованное заклинание кладет в руку тебе огненный шар. Правильно? Серьезно? Да. Плюс у него есть два персонажа, которые делают стоимость своих заклинаний на единицу меньше. Да я понял уже, как он играет. Я просто не знал, что этот старик делает. Я не знал, что это за карта. Да, и в итоге, когда он играл со мной, он выпускал всех персонажей, копировал их. Этого деда ставил.
И он давал ему в руку огненный шар, а он за 0 единицы его выпускал. Ну так и что, я бы выпустил Ктуна и просто бы убил его. Понимаешь, если бы он сделал свою комбинацию, у тебя не... ты все уже проиграешь, проиграл бы сразу. В смысле, вот конкретно, я сейчас мог его выиграть, просто мне надо было выпустить Ктуна, неважно даже, стояло ли у него заклинание на копию или нет, я бы все равно его убил. Если бы у него последнее заклинание, которое было последнее в колоде, было не последнее в колоде, то он бы тебя выиграл бы намного раньше. Неважно, сколько у тебя было бы здоровья и сколько у тебя было бы выставленных персонажей, даже Ктуна. Блять, за чё, блять, за хуйня, ёбаный в рот. Чё так протупил? Да, это было почти, реально. Это было не почти, а я сам виноват, что проиграл, блядь. Это было рядом. Там, наверное, уже понимал, что он проиграл. Ай, блядь. Ай, я для него не выпустил Ктуна. Ай, блядь. Он тебя на скеле уделал вообще-то. Да каком скеле, блядь? Я не подумал ну, просто. На своих мозгах. О. Если бы он походил как-то иначе, то у него вообще не было шансов никаких. Блять. Что он там делает? Как настроение? Радуется, наверное. Что он делал у тебя? Видите, он просто тебя обрал. Господи, что за отстой? Долбанные квесты. Да ну их нахуй. Заебали уже, блядь. Круто. Круто. Блядь. Это пиздец. Почему я не подумал и не выпустил Ктуна? Почему я, блядь, этого не сделал? Он же понимал, что он проиграет. Погнали. Хотя отвлекусь от этого позора. Блять. Господи. Ай,
Ну чё? Настя поиграл. Блять, сука, как это тупо нахуй. Вообще не важно, что у него там за секрет был. Должен был его вынести. Я не знал, что этот старик стакает, блять, шарики. Ай, блять. Да, у него тактика, он выставляет старика и четыре своих чувака, которые уменьшают стоимость заклинания на единицу. И в итоге он эти шарики может пускать за 0 единицы маны. Он может 100 шариков за раунд выпустить. И они еще и статуются. То есть он выпустил шар, он и статнулся. Он опять его выпускает, он опять статнулся. Подожди, за счет чего они стакаются, эти шарики? Как они появляются? Когда он берет карту или что? Когда он разыгрывает любую. То есть он разыграл? Он к нему стакнулся. Он опять ему выпал. Деда. А смысл? Ну будет у тебя в руку два шарика лететь. Он копирует своих этих чуваков, которые уменьшает стоимость заклинания на единицу. И в итоге его заклинания стоят 0. В итоге эти шарики. За 0 маны он их выпускает. Он в меня выпускал их за 3. Ну, потому что у него не было этих персонажей. У него последняя карта была. Бля, вообще похуй, я не выпустил Ктуна, просто не подумав. Да, если ты его выпустил... Я не знал, что этот старик стакает шарики. Если бы я знал, я бы его выпустил. Еблан, какой капитан мод, иди нахуй.